Всем привет! Это очередной выпуск нашего видеопроекта 5 минут про. Снимал я его, как всегда, на даче уже. Как будто бы даже традиция у нас сложилась. Там дождик в основном все шел. Смотрим, что из этого получилось. Сегодня мы поговорим о бензопиле Эхо CS 5100. Пользуюсь уже этой пилой полгода. Многие, конечно, покупают всякие там шкили, хускварны. Меня вполне устраивает эта пила. Очень надежно она сделана. Система смазки, там подача масла на цепи, там вал сделан не из пластмассы, как, допустим, у бензопилы партнера, а металлический. Для смазки заливаю сюда обычное масло машинное. Ну, можно простое дешевое масло, типа М8, М10, там, если такое есть, или какой-нибудь там авиационное, которое используют, вот раньше использовали, разбавляли масло для двухтактных двигателей и мотоциклов. Бензин в нее заливаю 92-й, иногда 95-й, когда покупаю на фирменных заправках. Потому что говорят, что в 95-й много сейчас присадок идет, на всякий случай 92-й заливаю. Длина шины вот этой бензопилы 38 сантиметров. Дров и этой пилой уже очень много всяких перепилил. Ничего, никаких поломок не было, ничего не ломалось. Единственное здесь обслуживание, что периодически от грязи очищаешь, от опилок. Точишь цепь. И все, в принципе, больше ничего. Цепь особо не тупится, если, конечно, не пилить какие-нибудь там доски с гвоздями. Если попадет гвоздь какой-нибудь, все, считай, уже цепь надо обязательно точить. Моментально тупится. А если сырую древесину в лесу там какие-нибудь деревья валить, цепи хватает надолго. Так что это отличная пила за адекватные деньги. Если у вас есть дача, необходимая вещь, что-то отпилить, какие-нибудь доски, каких-нибудь дров заготовить. Неплохая вещь. Правильно, Дюк? Вот. Даже собака понимает, что это хорошая пила. И молчит. Сейчас мы ее попилим. Покажу, как она работает. Зря ты не подписываешься. Дальше будет интересней.